Привет, Кирюш. Я, смотри, я всегда отмечаю задачу, если человек пробует, у него даже не получается, я всегда отмечаю ему задачу как то, что как бы подходы к задачам, то есть поощряется именно подходы к задачам. Смотри, в чем вот в первой строчке мы никогда не можем складывать проценты, если они от разных чисел. Ведь смотри, если бы они были от общего числа, от 400, это было бы одно. А это 24% от 250, а 8% от... Соня, о, ты, спасибо, моя дорогая, ты такую коллекцию мне нарисовала. Какая радость, спасибо. Хорошо, хорошо в дороге. Я понимаю, и задача совершенно верна. Ты не потеряла тот карандашик, который можно было потерять, и нашла сначала 60 карандашей, что это 100%, а потом увидела, что еще нужно прибавить этот карандаш, и получается 61 карандаш. И в задаче плюс-минус совершенно верно. Мы начинаем решать, сколько рядов орешника, получается 3, а Привет, дорогая Галя. 14-я задача. 14-я задача. Помнишь, да, у нас курс идет до 10 марта, так что у тебя осталось 8, 9, 10 число, 3 дня. Ну, прекрасно, мне кажется, по 2 задачи, а в один день 3, ты спокойно успеешь его завершить. И смотри, число. Вот смотри, у нас 18,75 часа. А сколько это? 75 сотых часа. Сколько это минут? Представь себе, что 1 целая, да, это у нас 60 минут. А 75 сотых,